Ребята, всем привет! Сегодня в таком копая замечательном лесу. Только прям приехал, только разложился. Вот видите, да, это харчи свои вот сюда на дерево повесил. И вам советую так делать, потому что внизу могут разные мелкие грызуны пробраться, и вы незаметно даже принесете его в квартиру. Только зашел, только разложился, только включился, буквально сделал вот тут небольшой кружок, как начал моросить дождик. Ну, у меня всего 2 часа, поэтому даже если, судя по небу, сильного дождя не будет, пусть немножко покрапит, за 2 часа я не промокну. Выкопал вот там вот сзади, на бугре выкопал уже кучу чермета. А вот там, где у меня металлоискатель, там у меня уже есть первый сигнал. Мы сейчас пойдем, вон он стоит, мы сейчас пойдем посмотрим. Так, где-то тут, блядь, он был. Где-то здесь он был. Ага, есть, есть. Вот она, вот она, вот она, вот она. Дождик уже все сильнее и сильнее. Непонятно, что это за экземпляр. Что же это такое-то? Похоже, деньга, что ли? А, погоди, это не деньга. Это что-то николаевское такое. Полулысое. Ладно. Дождь усиливается, я иду прятаться, пацаны. Тут пока вот поставил, ну не знаю, что. Вроде чехол. Вот сюда вот как-нибудь. Чехол-то чехлом. Но попадает дождик-то. И нифигово. Глянь, разошелся. Что ж делать-то, елки зеленые. Пакетиком, что ли, его сейчас пока накрою. А мы пойдем вон туда, вон в хвою, сядем, посидим. Так, ну и снова я возвращаюсь на копс. Выглянуло солнышко, и опять я иду. Вернулся за фотоаппаратом, за своим. Вон стоит мой опять ятрак в том же месте, но это у меня выскочила не монета, а интересная деталька, которая очень даже сгодится в хозяйстве, пацаны. Смотрите, самодельщики, и завидуйте. Блин, ты гляди, что это есть. Гляди. Ёлки-палки. Как раз я его сейчас делаю. Вот тут вот он немного у конец откололся. Но ничего страшного. Это мы его приспособим куда-нибудь. А вон он, монет, видите. И вот сюда вот раз. И у меня зашкаливает. Бррр, перегруз пошел. И вот такой вот плух. Нормально, пока оставлю. Мне все равно по пути возвращаться в ту сторону. Я его заберу. Так, ну что, вот плух лежал. А вот искал, искал, искал. Что-то тут какая-то рассыпуха. А чего, не пойму. Где-то вот потерял где-то. О, пинпоинтером только смог найти. Пуговка. Вылезла у меня пуговка. Но она, не пойму, похоже, лысая. Не буду тереть, возможно. Они бывают еще позолоченные, бывает номер полка стоит, а бывает лысые. Вот по всей видимости у меня последний вариант лысая. Ну хрен бы с ней. Сейчас мы тут посмотрим, тут что-то куча всяких разных сигналов идет. И пинпоинтер вот что-то, о, еще что-то видеть тут. О. Сейчас посмотрю. Как обычно, сначала сигнал отличный, потом говно какой-нибудь. Так, что тут у нас пипикать? Ага. О, нихера себе. О, во-во-во. О, отсюда я отвернулся. Сейчас птица такая огромная взлетела в лес. Смотрите, пацаны. Нихера. Вот это круглямбус, блин. Вот это неожиданность. Что это такое? О, слушай. А, это похоже, блин, капуста. Ничего сверхъестественного. Ну это же монетос, блин. Вот она. 2 копейки. Сейчас, букву ем. Патина вообще бомба. Я ее, пацаны, не буду тереть, ладно? Уж очень это не хочется делать. Вообще шикарно. Класс, спасибо, дед Хабар, тебе. О, смотри. Нормально, вот монета.
Вот монета, вот. Плуг с пуховицей. Сейчас тут уделим внимание. Вот тут глубокий-глубокий сигнал, вообще некопаемый, можно так сказать. Среди мусора. Вообще очень странно, что я его выбрал, этот сигнал. Но тем не менее, это судьба, пацаны. Вон он наш кругляк. Смотрите. Ёптать, тонкая какая-то. Не опять. И опять лысая. И что-то какое-то подчеркивание здесь есть. Так, тоже, по всей видимости, так, это, наверное, зад. Что-то Николаевское. Так, виднеется что-то зелененькое там. Ну, хрен ее знает, друзья, почищу. И при монтаже вам включу. А что-то вроде как крест, что ли, какой-то. Может, это вовсе не монета. Похоже, я накопался. Вообще, что творится? Я вот тут под деревьями. Тут вроде бы еще ничего. Там вон по светлому я вижу. Уже вон весь монитор у меня, экран залепило. Постараюсь как-нибудь максимально. Ну там вон просвет, я смотрю. Это опять, наверное, тучка. И вон она серая, вся туда прошла. Если слышно вам, не знаю. Сыпет хороший. Я, а вот через камеру смотрю, не видно капельки дождя. Может, что-нибудь зафотошопить. Что с погодой происходит? Вообще, смотрите. Солнышко светит, птички поют. Красота, лепота. Вот эта низинка явно непростая. Ох, непростая. Шурфить тут не перешурфить. Сигналов тут хрен знает сколько. Здесь я находил наперсток сломанный. И вот он еще один, пожалуйста. Не сломанный. Целый. Ну так, покоцанный, конечно. Покоцанный путем. Но, тем не менее, это наперсток. Но он, по всей видимости, вряд ли старинный. Тяжелый, потому что забитый грязью. Вряд ли он старинный. Обычный наперсток, я помню. Есть у мамки такой. Вот такие вот дела. Ну, тоже находка. Можно отнести к шмурдяку. А там, по-моему, посмотрим. Может быть, и не совсем к шмурдяку. А, пацаны, кто-то тут, похоже, пистолем пристреливался. Смотрите, Макарыч. Три штуки. И вот здесь вот их, ребята, россыпь. И они мне всю масть путают. Тут вообще сигналы прут. Ну, одни гильзы, это вот я три показал, а еще, наверное, штук 10 выкинул. Вот, ребят, хотите верьте, хотите нет. Так, где она? Вообще, бля, поверхностный сигнал. Во! Во! Смотрите. Видно? Во, во, не туда показываю. Вот она. Поверхностный сигнал. Начал копать, вот сюда лопат втыкаю. А потом бах, она вот она лежит. Сейчас перчаточкой возьму ее. Ой, пятачок, глядь, да кривой весь. Нифига себе. Пятерочка, пятерочка. Так, что за годик-то у нас опять поди 30-й какой-нибудь. Бля, меня инфарктит на 30-й. Мне их хрен знает сколько уже. О, так это. Бля, 28-й. У меня осталось только. Кроме 20 копеек, белончики 28-го года собрать. А так все уже есть, все года погодовочка. Отлично. А я думал, уже все закончилось. А что я тут прошел-то хрен да маленько? Вот тут сейчас поверху вот прошел. И вот так обратно. Ну, похоже, сейчас буду закругляться уже. Друзья, это фантастическая яма. Ой, я вот... У меня здесь около березки стоит фотоаппарат. Я за ним. Что тут? Вон он, приборчик мой. И я тут прихожу за ним, когда что-то у меня выпадает. Вы уж как вы уже поняли, да? И вот снова, пока пусть вот налью, пусть постынет.
И снова у меня сигнал. Ребят, это просто я не знаю. Вот я по этому месту сегодня уже, наверное, раз 10 прошел туда-сюда, пока за фотоаппаратом, пока меня дождик разогнал. Вот. И помните, я вам показывал где-то примерно, вот я не помню, то ли здесь, вот тогда мне выпадала иконка нательная. Вот здесь вот я сейчас масонскую вот эту вот поднял. Что там, не знаю, копейка, не копейка. И вот снова я здесь опять же по своим следам хожу, брожу. Смотрите. Смотрите, что у меня тут. О, Господи, аллилуйя. Вот он, образок. Целый, ребят. Но не буду я его пока. Не буду я его пока что теребить. Вот, как обычно, помою, покажу вам. Обалдеть, обалдеть. Есть там Божья Матерь, по всей видимости. И целый. И это классно. Вот она. Ну, похоже, это Николаевская. Или Александровская. Копейка никакая. Пока никакая. Тут чернозем, он прям вгрызается, вбивается туда. Ну вот. Еще одна. Нормалек. На ятраке, короче, пороговый тон. Практически на всю я сделал. И снимаю на телефон. Потому что... Ну не подготовился я, не собирался. Я и не думал, что у меня попрет сегодня. Оба. Вот сюда. Вот так вот. Опчки. Ой-ой-ой, уронил. Ну вот. Вот кто знал, что я сегодня... Нихера себе. Я думаю, ну так, съездил. Покушаю, пообедаю на природе. Вот так пообедал. Раз, два, три, четыре, пять. Вот эти вот две, видишь, конинки. Они на этой, на тряпочке лежат. Вместе с тряпкой прям вытащил. Оригинальная тряпка, ихняя прям. Ну, тряпку, конечно, мы не будем сохранять. А это вот... Вот. Вот так вот. Вот так вот. Как крот тут все херачу. Где-то ямка. Вот. Сейчас я только оттуда отошел. Вот сюда. Конаёбился среди гвоздей вот таких мелких. Вытащил я, короче, пуговку. Очередной раз. О, пуховка, похоже, царская, с ореликом, есть там какой-то рельеф. Но, опять же, ребят, не могу очистить, потому что чернозем как глина. И рядом, смотрите, вот отсюда прям провожу катушкой, вот она, яма. И смотри, вываливается, видишь? Глянь, офигенная. И, похоже, друзья, братан, похоже, тоже масон. Или масон, или петросон. Бля, где болотку взять какую-нибудь? Чуть. А может и деньга какая-нибудь сраная. Короче, вы-то сейчас увидите. Во, показываю. Вот это что. Блин, вообще мне коп удался, нах, яма с хабаром работает. Блин, вообще. Ебать, я в шоке. Кто знал? Чего я сюда не ездил раньше? Дурак, блядь. Поднялся я наверх из этой ямы с хабаром. Вот впереди, вот здесь. Я тут, в принципе, и начинал. Здесь вот у меня, видите, еще хрен знает, сколько чермет лежит. Вот. Это был первый мой сигнал. Да. И вот тут, разгребая эти кусты. А, монетка, не монетка, но... Интересная, старинная деталька. Вот. Ручка, наверное. Чего ручка-то? От сундука с золотом. От чего же еще-то? Такая вот. Старинная деталь. Может, от самовара, от херара, от чего это есть. Вот, друзья, пожалуйста, напишите в комментарии, от чего вот эта вот штучка такая. Старинная, престаринная. А? Ой, ну и сигнал был, ой, ну и сигнал. Я думаю, он сейчас разорвет ее прям. Ну вот.
Да, неожиданный поворот. Вот так ямка. Так, ну чё, хватит. Совесть надо иметь, чуру надо иметь. Хватит. Нормально покопались. 2,5 часа покопались. Вот. Вот такой у нас сегодня результат. Для этой местности я вообще считаю неплохой. Еще считаю шикарный результат. Фотоаппарат сел. Ну и бог с ним. Вот сейчас вот сюда положу. Сфоткаю для группы. Вот. Ну что, друзья? Что, друзья? Пора заканчивать наш коп. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо за лайки. Пишите комментарии по поводу той рукоятки, ручки или что это такое. Вот, пишите ваши пожелания. Пишите приветы. Я от вашего имени их передам. Ну что, друзья, я вам желаю не менее удачного копа. Я считаю, удачный сегодня за 2,5 часа-то, да? Вот. И буду прощаться, но ненадолго. Завтра уже поедем копать. Пока. Thank you.